четко. Да, это же гран-при будет вторая. А мне на как? Он нормально? Я их сделаю. Готовься, малина. Ой, бля. Сегодня я в перчаточках буду. Поэтому. Что-то он не едет. Сует его, бля. Ёпту, да. Сейчас я разучился. ДТП. Будем на лучший круг гасить. Сейчас будем заходить по-большому. Сует все равно. Не так надо. Сейчас попробуем обмануть систему. Мы уже знаем, как тут примерно ездить. Сейчас я покажу урвен. Уровень езды Just Run Rider. Смолина отстает. Да, что синтугенько так едет в этот раз. Догоняю малину. Пришлось оттормозить, чтобы чуть не врезался. Вот и малина. Надо его красиво делать. Пока! Тут трошки какие-то изменения вступили. Чуть-чуть где-то что-то. Сейчас догоним. Мы уже знаем примерно, что куда. Малина уже за мной. Фу, тут тухляком где-то воняет, я вам скажу.
такие запашки встречаются, нам интересно. Что-то он не едет. Слабовато. Ну ничего. Наверстаем, так сказать. Упущенное. Я думаю, на этом заезде мы больше кругов сделаем, чем в прошлом. Там было 42. И время лучше поставим. Там 43 вроде было. Тут сделаем получше. Явно получше сделаем. Явно получше. Это я гарантирую. Но этот кидает вообще жестко. Прям жестко. Ща, я вас догоню. Я уже тут на стадии. Спешить не буду. Буду делать все красиво. Максимально красиво. Ребятульки, я с вами. Сейчас мы их обгоним за сторчиком, опять будем ехать, а там с камерой все речи. Ой, блядь, я не могу. Блин, он все-таки настиг, блядь, как я обещал. А нехрен путаться под колесами. Ой, блядь. Так, он за мной стартовал. Я его сейчас буду делать. Что ты зря внешний делаешь. Даешь мне разогнаться. Опа! Минус! Все, теперь нельзя ошибаться. Чтоб он меня не догнал. Драндулетик мой. Чуть-чуть позадевал, ничего страшного. Догоняет меня. И старается, по крайней мере. Газпол, блин, а? Я замолилась снова, моя жертва, иди ко мне. Тут главное не запускать в дрифт. Дрифт теряет конкретно, ну когда несет. Теряется в скорости значительно, то есть полсекунды ты проигрываешь. Лучше уже оттормозиться лишний раз, красиво зайти с оборотами, чем вот это заниматься вот этим анонизмом.
он дрифтит, он теряет скорость значительно. Слава, ты мой родной! Боится, что ли? Теперь поцелуй надо гонять опять. Ой, как это хорошо, прекрасно, замечательно. Вот тут я зря сделал, оттормозился сильно. И теперь мне полсекунды потери. Это плохо. Это очень плохо. Ну ничего, все равно догоним. Они были на развязке, сейчас, как видите, еще до развязки даже не доехали. Это говорит о том, что я все делаю правильно. Вот так сэкономим время. Видели? Мы уже тут пересекаемся. Значит, все правильно. Все супер правильно. Только тут я неправильно сделал. Ой, бля. Мы несемся. Вовсю. Моя газонокосилка делает вещи. Видели? С каждым кругом я намного ближе. Я их тут встречал, уже тут. Это говорит о том, что сейчас будет развязочка. Я их догоню. Буквально на змейке. На вот это идем. Мы тут выезжаем на чуть-чуть прямую. А может и раньше. Ну, вот так вот. Мы раньше выезжаем. Все красиво. Все, хлопчики, считайте, что я за вами. Что за потеря? Потерь. Ой, как это я задел? Не заметил, типа крышки. Все, позиция отдана. Я нашел лазейку. Проеба. Надеюсь, он заметит, нет, как я это делаю. Это будет трошки быстрее, чем я. Трошки всего лишь. Не говорю, за малиной уже опять. Иди сюда, мой родненький! Не свалишь от меня? Сюда иди! Иди сюда, мой маленький! По-узкому его обошел. Главное не дрифтить, оттормозиться нормально, но не дрифтить.
Малина придержит его чуть-чуть для меня, с тортика. Так, посунулись чуть-чуть, но ничего страшного. Теперь догоняем Русланчика. Ну это круто, серьезно. Тут второй раз, третий раз я уже катаюсь, это тут второй раз. Ну это максимально круто. Там щипит малину, блядь. Ой, не пропускает, хочет меня догнать, наверное, блядь. А малина не дает своей ездой. Обогнал, обогнал, все уже за мной. Русик, я за тобой. О, косяк мой. Не так заехал я, чуть-чуть. Русик, ты где? Где он делся? Может быть, он за пацанами? Я его высматриваю. Давай, 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 Валила, я за тобой еду, или кто там? Или Русик, бля. Еду, еду, обогнать. Никого уже не видать. Уже где-то за мной. Без всяких чёлганей надо ехать четко. Прям четко, супер четко. Потому что любое это. Заглох! Заглох! Что-то падают обороты. Выбыл. Не газует. Помер. На 15-й? Бенз закончился, чё шо? Эх. Ой, бля. Ой, бля. Да. Ой, бля. Перепривыкать теперь до этой машины, бля. Бля, тут спина не держит, а не держит. Бля, ну тут неудобно. Я уже до той привык, бля. Тут вообще неудобно, бля. Ебать, меня таскает, спину давит, бля. Тут бы мозоль не натереть, бля. Нихера себе, этот валит, дай боже, походу. Это мне кажется, что этот валит реально. Ебать. Не, а я до того привык, что тут все классные были. Померла машина. Это получается, они меня что, догнали? Я за ними ехал. Догнали, гады. Теперь я их догоняю. Блин, до этой привыкать вообще, ну не камельфо, вообще, мне это не нравится.
Но это более поворотистая зато. В спину давят, бля, эта херня. Я вас догоню, хлопчики. Все равно вы мои. Болид поменяли, все равно вы мои. Он дрифтит постоянно. Бля, я в дрифты ухожу, в спину давит. Неудобная сидушка. Но все равно я за малиной еду. У меня аппарата стреляет, еб. Идите сюда, родненькие! Я с вами! Можно не петлять. Смотрите, как надо узкий заходить. Опа! Ебать! Хорош! Вот это да, блядь! Хорошо, прекрасно получилось. Битва серьезная. Протеснились кое-как, ребятки. Ну, нагоняйте теперь меня. Ну что ж, повторяем. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Злая седая ночь, та-ра-та-та-та-та. Я тут шел на такие рекорды, бля. Надо же было, машина подвела, бля. Ну нахрена, спрашивается. Такие подъемы. Ну это пободрее, я скажу. Вроде бы. На низких быстрее вроде поднимается. Надо будет спросить потом. Вроде пободрее. Вроде как. Может то, что хотя повыше, хрен его знает. Ну, вроде как бодряк. Тут у меня спина будет мокрая вместе с ракой, бля. Работа всем телом, бля. Да, тут надо оттормаживаться сразу в змейке и до конца просто входить своими оборотами. Бля, задрифтил, потерял. Зато тут мы знаем, что тут в тормозе
угол взяли и поехали. Без этого. Без скольжения, четко, не теряем время. Главное не ошибаться, не дрифтить. Не дрифтить. Не дрифтить, никакого дрифта. Ноль дрифта. На холостых, но зайдем. Так, я уже чуть-чуть ближе. Чуть-чуть. Чуть-чуть, парни. Еще чуть-чуть. Совсем. Я ближе. Я ближе. Не, ну это аппарат, блядь, чувствуется. Я вам серьезно говорю, тут по-любому. Шесть побольше трошечки. Блядь, задрифтил чуть-чуть, но зато напрямую выехал. Не тормозим. Едем четко. Я за вами, ребята. Я за вами, за вами. Все равно. Я за вами. Я все равно за вами, хлопцы. Вот она, потеря пошла времени. Сука, бля. Вот это я тупанул уже. Зря ты заходишь. Так. Прошарил все-таки, что так можно. Ага. Прошарил, прошарил, что тут узко надо заходить. Прошарил, прошарил этот момент. Я думал, не заметит. Ебать. Еле распетляли с малиной. Вот это дал по тормозу. У меня что-то как будто с колесами случилось, блядь. Чё он так резко оттормозился, непонятно. Я вообще не понял этот момент. Реально. Такой тормоз, бум! И я уже думал, что аж заглох, блядь. Это я выдал, конечно. Что-то он по-другому стал ехать как-то. Что-то какие-то приколы происходят. Я не могу понять, что. Смотрите, какая полоса тут. Хрен его, что это было? Ну, аж дымок пошел, да, зашлифовал. Дяденька чуть-чуть. Почему? Непонятно. Что это было, бля? Я не пойму. Уже? Так быстро? Нихера себе. Нежданчик. Вот она битва.
Что-то быстро полчаса прошли. Вот ДТП последний. А этот что, пободрее? Не? А кажется, как будто что-то посадка чуть выше. Ой, блядь! Ой, блядь! Как вылезти отсюда? Вот это так быстро полчаса прошло? Да? Это так быстро полчаса прошло? Я охренею. В прошлый раз как-то дольше оказалось бы. А в цей раз вони якось другі. Ну, чуть по-другому щось, да. Ощущение. У мене вообще, от на той я так привык, так класно їхав би, но вона что-то там с ней случилось. Оце жопа мокра, ебать, стопудово, бля. На мотоциклі бля, глаза не купить. Та не, подожди, это вообще другое. Чотири колеса. Да. Ты же гонишь, глаза страдают, нельзя так. Не, ну это было круто, да? Ну, наверное, я не знаю. Дяденька, вам не страшно ездить на мотоцикле? Нет, конечно. Я ж мужик.